не говорят ничего. Ну, то есть они такие, а кто это? Это люди, которые даже не сидят в Инстаграм. И это очень важно тоже понимать, что кейсы — это не всегда показатель, особенно если это какие-то чужие имена, это не всегда показатель какой-то истории. Для кого-то это, блин, красная тряпка. Определенные блогеры для других определенных блогеров — это в том числе красная тряпка. Вот, например, психолог, условно я сейчас придумываю, Наталья, узнает, что я работаю с ее конкуренткой, и она такая, хочу ли я идти к Марии, например, в консультацию, ведь она работает с моей конкуренткой, и, возможно, возможно, она возьмет и сольет мои секретики, или то, что у меня не очень хорошо идет бизнес той девочки, и она там, не знаю, посмеется, и они там что-нибудь еще. Ну, понятное дело, что я, конечно, как профессионал таких вещей себе не позволяю, но, опять же, я понимаю, что люди могут предполагать разные вещи. Или я там, не одна клиентка говорила, очень долго стеснялась к вам идти, потому что мне кажется, что мои проблемы не такие значимые, как проблемы ваших клиентов. Ну, то есть, я в связи с тем, что я давно практикую и вижу разное, я понимаю то, что иногда эти имена, которыми, опять же, очень все старательно пытаются прикрываться, они играют скорее в минус, чем в плюс. Безусловно, есть аудитория, часть аудитории, которой, ну, как бы не хочется разбираться, она не хочет искать себе эксперта, она хочет искать себе, знаете, как бы щит такой, да, кто за меня подумает. И они, конечно, смотрят на то, что, ой, тут столько классных... Тут столько классных имен, ну точно можно доверять. Но на самом деле, и я уверена, что вы сталкивались с таким, что человек вроде прикрывается хорошими кейсами и именами, но сам из себя не особо что-то представляет. И, к сожалению, это реалии инфобизнеса. И я, как эксперт, я за собой оставляю право и возможность не следовать этому тренду. Я оставляю за собой право создавать свой собственный тренд, да, то есть вырастить свое имя, свой личный бренд без привязки к чужим именам. Я хочу, чтобы бренд Машенька Анатольевна ассоциировался с охуительным копирайтингом, с директорством всего, но не с другими людьми. Для меня это очень важно, потому что это про чистоту моего экспертного поля. Вы можете выбирать, опять же, свой, вы как руководитель своего проекта, вы как директора всего у себя, вы можете выбирать свой стиль руководства и прописывать те ценности, те показатели, которые для вас значимы, да, но для меня конкретно, для меня вот в моем кейсе, я считаю, что я оставляю за собой право сохранять мое медиапространство вокруг себя чистым, в котором единственное, блядь, священное имя, которое произносится с придыханием, это Машенька Анатольевна. Остальных я уважаю, люблю, я с ним продолжаю работать, но у нас... Я не прикрываюсь их именами, они не прикрываются моим именем. Мы существуем совершенно аутентично, автономно. И еще раз говорю, да, с Лилей мы работаем в связке, мы про это, мы афишируем наши отношения, потому что мы вплотную вот вместе находимся, мы еще и дружим. У нас помимо наших деловых отношений, помимо среднего уровня сотрудничества, у нас еще есть как бы более близкая связь. И это тоже странно было бы отрицать. И это единственное, опять же, единственный кейс за все время. Я одно время думала о том, что я хочу публиковать людей, с которыми я так или иначе сотрудничала, компании, в которой я принесла свой вклад. Но еще раз говорю, однажды попробовав, я поняла то, что для многих людей, опять же, для кого-то Лиля Нилова, это, о боже мой, Лиля Нилова, а для кого-то это, я не знаю, кто это, какая-то инфо-цыганка, пожалуйста, давайте не будем разговаривать на этом языке. И, уважая пространство клиентов, с которыми я работаю, я стараюсь выстраивать еще раз свой личный бренд вокруг себя и вокруг тех знаний, которые я могу дать, и вокруг того экспертного опыта, который в том числе я могу дать. Вот, это моя экспертная позиция. И вот как раз сегодня с девушкой я разговаривала, которая... Я разговаривала с девушкой, которая очень переживала, как она будет выходить. У нее стаж работы около 15 лет уже в ее нише. Она прекрасно справляется, вообще совершенно потрясающий специалист, она из Италии, и, ну, то есть, прям сильный эксперт, это видно, это чувствуется, да, но есть немножечко сомнения, как так я буду выходить на рынок, я же не могу афишировать, она работает с крупными брендами, я не могу афишировать вот эти названия, потому что не разглашение, все дела. И это интересно, то есть, я, ну, как бы моя рекомендация была попробовать выстроить личный бренд уже вокруг себя сначала, вообще ощутить себя в этом во всем, попробовать сделать выгрузку, эти 15-летний стаж знаний в посты, потому что очень часто, в том числе в консультации, встречаю такие ситуации, когда человек приходит, знаете, мы год ведем Инстаграм, крутим воронки, вот это вот все, вот сейчас люди начнут вовлекаться, вот сейчас люди начнут отвечать на ваши
на ваши посты, на наши посты начнут там, я не знаю, какую-то активность проводить, и тогда мы точно запустим наш проект. Вот, на самом деле это такая ловушка, когда мы ждем, у нас есть конечная цель продавать, но мы ждем, пока там кто-то другой, знаете, снизойдет и так далее. Я считаю, что все надо делать в параллель. Если конечная цель перейти в онлайн и начать консультировать, то надо сначала начать консультировать, а потом заводить Инстаграмы. Но это вот про привязку экспертности к чужим именам. Это моя личная позиция, я не призываю, я не говорю, что это правильно, я не говорю, что это неправильно, я выбираю таким образом работать. Мне так работать комфортнее, пусть это тяжелее, пусть если бы я там назвала всех клиентов, пришли бы какие-нибудь кукушки, которые: «Ой, она работала вот с этой, ну точно, теперь я хочу у нее учиться». Я такое говно не люблю. Я люблю, когда люди влюблены персонально в меня, не потому, что кто-то меня порекомендовал. Или не потому, что я назвала какое-то имя, знаете, в суе. Мне нравится, когда люди любят меня за меня. Вот это мой нарциссический абьюз. Я, опять же, как руководитель собственного проекта, оставляю за собой право так любить, так хотеть, так распоряжаться своей судьбой. И это моя гражданская, можно сказать, руководственная позиция. Второй инсайт со второй консультацией у меня был связан с тем, что у меня была прекрасная девушка-руководитель, и у нее было ощущение, вот знаете, такой эмоциональной привязанности к команде. Я не буду сейчас раскрывать как бы все, я стараюсь, знаете, кручу-верчу, запутать, хочу описать суть ситуации без ситуации. Но там ситуация в том, что человек не готов отпускать. Я говорю, у меня новый, знаете, я вышла на новый уровень коучинга, когда ты коучишь человека мемасиками. Я недавно в паблике, из паблика какого-то выкладывала совершенно потрясающую фразу, что мы с тобой навсегда, но я готова к тому, что мы расстанемся. Я считаю, что это совершенно гениальная фраза, потому что она описывает очень четко все мое отношение вообще ко всему. И в том числе к моим коллегам, да, к моим подчиненным, коллегам и так далее. То есть для меня это очень важный элемент. И в обсуждении я говорю: слушай, я сейчас тебя буду коучить мемасиками, говорю, это я прогрева делаю мемасиками, сейчас я покоучу мемасиками. И сказала эту фразу ей, вот, и... ну, собственно, мы вошли в поле обсуждения, опять же, она говорит: ну, я вот другой по ценностям человек, вот мне кажется, я вот вхожу, и мне вот надо туда войти, и чтобы вот мы до конца, и вот мы за общее дело, и вот это вот всё. И моя мысль здесь заключается в том, что когда ты заходишь в проект навсегда, ну, будучи готовым, что вы расстанетесь, это не говорит о том, что ты меньше стараешься, это не говорит о том, что ты заходишь туда не навсегда, опять же. Ты все равно заходишь туда навсегда. Вот, например, мой проект, я всегда говорю своим коллегам, своим кураторам, что я готова, что они уйдут от меня. То есть для меня это... Во-первых, для меня это моя комфортная зона. Быть готовым к тому, что твои сотрудники от тебя уйдут когда-то, рано или поздно. И это нормально. И это, наоборот, keep me going. То есть это меня мотивирует. То есть я, наоборот, думаю о том, что, блин, ну как сейчас вот я... Мне хотелось закосить очень вчерашний вебинар бесплатный, честно говоря. Я не люблю бесплатно работать. И я очень хотела его закосить, но у нас есть гипотеза, которую мы хотим протестировать на холодный трафик. И я думаю, блин, ну у меня девочки работали, старались. Короче, окей, ну если я их подведу, вот это вот все, а они вдруг уйдут, и они же уйдут. Ну, ладно, сделаю, потому что я хочу продолжать наше сотрудничество, потому что я ценю их за то, что каждый день они выбирают работать со мной в команде. Я ценю их за то, что каждый день, несмотря на то, что они профессионалы, состоявшиеся в карьере, в каждой в своей сфере, они каждый день выбирают работать вот с капризной Машей, потому что Маша бывает капризной в моменты вот таких каких-то стрессовых для меня моментов, и команда об этом знает. Знает, что вот бесплатные вебинары — это то, что меня выдрачивает просто в ноль, что я потом сплю полдня и могу не выходить на связь, как будто бы я умерла. Это, да, моя такая вот физиологическая особенность, которую все знают. И меня, наоборот, это состояние, то, что мы не навсегда, ну, то, вернее, мы навсегда, но я готова, что мы расстанемся, моя готовность к тому, что мы можем расстаться, она, наоборот, меня мотивирует работать, как будто в последний раз, знаете. То есть, ну, ладно, может быть, там, может, мы завтра расстанемся, зато сегодня мы зажгли. А вот этот психоэмоциональный комфорт. Он очень важен именно с руководственной позиции. То есть здесь не стоит вопрос в...
Надо это говорить своим подчиненным, не надо это говорить подчиненным. Я как руководитель выбираю это проговаривать, потому что, еще раз говорю, для меня это очень большая честь. Я понимаю то, что да, я готова, я проговорю, что я готова, что если вы хотите уйти или так получится, я готова к тому, что мы расстанемся. В том числе я вговариваю это в себя, потому что, безусловно, конечно, мы по 3 года уже вместе работаем, ты прикипаешь так или иначе к людям, ты уже, у нас очень много теплых, у нас много хороших проектов, у нас много теплых воспоминаний. Что еще дает вот это состояние, когда я готова к тому, что мы расстанемся? Это дает ощущение и людям в твоей команде, что с тобой могут расстаться в любой момент. То есть твой руководитель непосредственно готов с тобой расстаться в любой момент. Что это дает с точки зрения сотрудников? Сотрудникам это дает ощущение то, что они не в болоте, да, то есть это дает им как бы перспективу на рост. То есть они понимают, ага, то есть здесь я в принципе могу и вылететь тоже, такая есть опция. Соответственно, у них есть как бы необходимость, запал, чтобы развивать себя, чтобы смотреть на другой рынок, брать какие-то, может быть, другие проекты, вообще быть на рынке невест, потому что когда ты на рынке невест, это совсем другое, когда ты, знаете, в этом болоте, ты уже на жопу сел ровно, ты такой, меня никуда не подвинут, слава богу, ты пришел, вот здесь вот я работаю, знаете, вот такая офисный лайфстайл, с 8 до 5 отсидели, день прошел, и слава богу. Вот это состояние, что я готова, что мы расстанемся, в том числе очень полезно и продуктивно для сотрудников, потому что кажется, что нам надо вот создавать этот психологический суперкомфорт, что никто никогда ни от кого не денется, что бы ни случилось, только ты не переживай. На самом деле, опять же, нездоровая вот эта оценка сотрудников, когда он явно переоценен, дает отрыв от реальности. То есть человек перестает развиваться, перестает интересоваться, перестает быть на Тиндере условном, да, на рынке невест. За счет того он не добирает каких-то новых знаний извне, за счет этого создается эффект болота. Хочет ли сам руководитель в этот момент работать с лягушками? Ну, навряд ли. Я, например, точно нет. Мне очень нравится то, что мои сотрудники полуголодные, им хочется все время где-то что-то поднабрать, где-то доучиться, где-то пофлексить, да, где-то поруководить. Они меня немного держат этим в стрессе, да, то есть они такие, мы, Машка, тоже, знаешь, не пальцем деланы, захотели, ушли, захотели, пришли. Я тоже, да, держу их таким образом в стрессе, я говорю, слушай, ну не хочешь, иди, как бы все хорошо. И таким образом мы создаем воздух в нашей команде, вот конкретно в команде росписи, да, происходит... или в команде Машенька Анатолий у нас, потому что уже не один проект, да, то есть создается вот этот воздух, за счет которого есть чем дышать, то есть нет вот этой затхлости, нет ощущения болота, руководитель в тонусе, мои сотрудники в тонусе, мы все навсегда, безусловно, мы работаем на большое дело, мы работаем для того, чтобы создавать крутые проекты, чтобы у нас есть миссия повышать рынок, качество работы, уровень жизни фрилансеров, но в то же время мы не, знаете, не дышим друг другу в затылок и не клянемся друг другу вечной любви. Это очень, на мой взгляд, полезно, классно и интересно. Вот я рассказала 2 своих инсайта с 2 консультаций сегодня утренних. Можете рассказать мне, что вам было полезным, что было интересно, и расскажу сегодня, покажу скрин, что мне прислали в директ. Совершенно потрясающая история. Была... Вчера от вашего голоса засыпаю, но роспись купила, парам-пам-пам. Если вы засыпаете от моего голоса и вы считаете, что вам некомфортно меня слушать в таком формате, я, безусловно, могу вернуть вам средства, можете написать техподдержку, мы вернем вам средства, потому что я не хочу через насилие никому ни в коем случае преподносить информацию, это не то, к чему я стремлюсь. Маша, губы огонь, да. Отличный голос, мне очень интересно слушать, Маша, спасибо. Совсем не просто так директор всего, конечно. Расстаться также может быть неврозом же для сотрудников. Согласна, мне тоже интересно очень. Когда деваются, начинается разочарование, в смысле мы расстались, нечто такое. Ну, да. Есть ли у вас вопросы по этой теме? Здравствуйте, Ксения, здравствуйте. Я рассказываю про коучинг мемасиками и конкретно фразу... что мы вместе навсегда, но я готова к тому, что мы расстанемся. Потому что я считаю, что она очень плодотворная, приятная, хорошая фраза. А я не могу купить, у меня Сбербанк. Если у вас Сбербанк, вы можете также написать в техподдержку, вам дадут реквизиты для оплаты с карточки Сбербанка. Благодарю вас, Мария, за консультацию, все, что вы делаете, огромное спасибо. А, вот, пожалуйста, Sales Rose, это девушка, которая была у меня первая на консультации. Я не знаю, можно ли раскрывать вторую девушку, которая была на консультации, но вот, было классно. Целую ваши мысли, иду на роспись. Буду портить статистику холодных прогревов, так как я тепленькая. Классно.
Если у вас Сбер, то напишите письмо на почту. Да, там все есть. На сайте написано, что если у вас Сбер, ничего страшного, вы можете, в том числе, мне комфортно, у вас обволакивающий голос. Ну, а лучше, наверное, обволакивающий, чем противный. Получается, в любых отношениях нужен воздух. Конечно, безусловно. Это, ну, как бы, это моя ценность и для дружбы, и для отношений, для, в том числе, романтических отношений. То есть я считаю, что, да, прекрасно, мы с мужем навсегда, но я готова к тому, что мы расстанемся в том числе. Не потому, что я его не люблю, или там готовлюсь к разводу, или к самому плохому, просто для того, чтобы, ну, у меня был воздух, и у него был тоже. Маша, интересно слушать, даже когда ты не особо в теме копирайтинга. Купила вчера роспись, сегодня весь день об этом думаю, почему-то тревожно очень. Вам нечего тревожиться? Ну, а что тревожиться? Ну, уже купили, все уже. Мне тоже тревожно. Тревожники. Сидят тревожатся, знаете, у меня есть мем. Сидят тревожатся. Если текущий работодатель, когда узнает при фрилансе нерабочее время, кидает претензии, это из какой серии? Это из серии того, что вы не договорились. Либо вы не предупредили, когда вы пошли на фриланс, и не обговорили, что это все в комфортном формате. Либо у вашего руководителя не было к вам изначального свода правил, это в том числе его проеб, то, что он не дал вам свод правил, где четко прописано, что вы не имеете права работать на фриланс. То есть тут с двух сторон. В зависимости от того, какие отношения. Я же не знаю, какие у вас отношения. Я такое деревце, вдруг чего не пойму. Ничего страшного, у нас есть аж 5 кураторов, которые что с вами переговорят, дадут эмоциональную поддержку, погладят по головке и объяснят, как делать. Ну, вы себя не программируете изначально. Чего начинать? Я тупая, я деревце, я такая, я сякая, я тревожусь. Ну, как бы, чего все накручиваете? Знаете, ну, со Светолянами есть шутка. Когда говорят, не накручивай себя, женщина такая с обручами просто крутит. Роспись уже открывали продажи, следила и проследила. Роспись я продавала вчера на бесплатном вебинаре. Но я еще открою продажу, я не знаю, можно или нельзя, я не знаю, Ксюша ушла уже или нет, потому что если Ксюша не ушла, возможно, она сейчас подскажет, когда я смогу сделать дроп росписи, потому что у меня есть Ксюша, она вот как скажет, я так и делаю. Вы думаете, что я очень покладистый директор всего? Мне как сказали, я так и сделала. Вчера открыли, бегите на сайт. Роспись жду не дождусь, не тревожусь, отлично. Да нет, там, правда, нечего тревожиться. Вы посмотрите на меня, я же очень расслабленный человек. У нас и команда такая. Зачем? Я не люблю нервяка. Я вот, наоборот же, если приходит накрученный, вот это, знаете, сижу, тревожусь, и зачем это? Да, это непродуктивный муд. Напряженный, тревожный муд, он непродуктивный. Надо расслабиться для того и получать удовольствие. Знаете, как бы горит, как там, сарай, гори и хата. Вот такой вайб должен быть. Ну, как бы уже ладно, позориться так на полную катушку. Вчера купила. Супер. Слушайте, очень радостно в душе. Сейчас я вам покажу, значит, сообщение в директ. Я очень это люблю. Я скрою комментарии, потому что... Ой, это модератор, я не готова. Нет, это какие-то новые кнопки появились. Итак, я выложила вчера сторис, как я просто хожу. Дорогая Мария, вы на верном пути. Лишние КГ уходят. Моя любимая. А я пишу, дорогая Нати, я не знаю, я прочитала, как ник написан, а вы на пути в бан, потому что если да, вы тоже на верном пути. У меня автозамена, поэтому, конечно, подъеб не засчитан, пришлось, знаете, догонять. Мария, я в восторге, что с тренером занимаетесь, и результат очевиден. Вы о чем? И мой, соответственно, вопрос. С чего вы взяли, что я тренируюсь с тренером для похудения? Почему вы свои проекции перекладываете на меня? Ответ пока не был. Возможно, пока я в эфире, девушка написала ответ. Возможно, она сейчас здесь тоже напишет этот ответ. История о том, как однажды я уволила тренера. Ну, никак не уволила, я перестала работать с тренером. У меня был до юра женщина-тренер, русская женщина-тренер. И русская женщина-тренер – это ебаный ад иногда. Почему? Потому что когда это был карантин, из-за того, что я все-таки веду в большей степени сидячий образ жизни, просто в силу того, что я много консультирую, много сижу за компьютером, вообще, в принципе, предпочитаю работать сидя, безусловно, конечно, у меня очень болит спина, и когда закрыли в 2020 году все тренажерки, и вообще даже нашу вот в комплексе закрыли, все, что мне оставалось делать, это ходить по улицам, но это в том числе, конечно, мне какой-то радости в жизни не привносило, я наняла себе персонального тренера, с которым мы занимались дома. И...
Ну, сначала мы, когда мы начали, она мне, значит, сказала, ну, если у тебя цель похудеть, я говорю, нет, подожди, у меня нет цели похудеть, у меня есть цель мою спину в порядок привести, чтобы я не совсем стала сутулой собакой, потому что когда ты сутулая собака, голова болит, и как-то продуктивность падает, и брыли обвисают, и вообще много нехороших вещей происходит. На что она сказала мне, конечно, конечно, мы, ну, я как бы первый раз думаю, ладно, мы знакомимся, бог с ним. А потом мы начали тренироваться на постоянной основе, в какой-то из дней она мне сказала, давай-давай, приседай. И что-то она мне сказала, типа, ну или там попа станет лучше, или что-то. Я говорю, слушай, ну мы изначально с тобой начали тренироваться все-таки для спины, я тебе напоминаю, да, что ну, я просто смотрю, у нас скажет что-нибудь тренировку, то, знаете, попа-попа, ноги-попа. Я говорю, я еще раз тебе напоминаю, что мы начали работать спиной. Она говорит, ну тебе надо вообще, конечно, похудеть. Я говорю, хорошо, ну, типа, я не хочу. И она такая, ну да, фраза. Главное, чтобы мужу нравилось. Это была наша последняя с ней встреча. Потому что, ну, я, во-первых, конечно, пассивно-агрессивный человек, а во-вторых, я нахуй никому не позволю никогда со мной так разговаривать. В смысле? В смысле? Я очень не люблю вот эти русские проекции, знаете, вот здесь вот она пишет, ну, что если ты жирная, ну, объективно, по русским меркам, конечно, я кабан. И, безусловно, ну, любая простая русская женщина, она хочет в каждой видеть, ну, что-то, нечто худеющее. Видите, я губы накачала, вот, хотя бы сейчас я уже стала красавицей тут же мгновенно, хотя, ну, никаких предпосылок к этому, безусловно, прямых не было, я и так была заебись, как бы я считаю, красивая. И, но тут я прямо стала, знаете, чуть ли не на пьедестал, и тут начались вот это... Ну, мне редко такое прилетает, но вот раз уж прилетает, решила я продемонстрировать, да? То есть, если я занимаюсь тренером, явно не в худом виде, то, конечно, это единственная цель у меня похудеть. У меня разряд по легкой атлетике, я занимаюсь легкой атлетикой с 14 лет. Если я не... Ну, то есть... Чтобы вы понимали, мой график тренировок был, это понедельник-суббота, 2 часа в неделю, каждые 2 часа в день. То есть 6 дней в неделю по 2 часа в день я ебашила, начиная, по-моему, с 13 лет, то есть прям с пубертата. И для меня занятие спортом это то, вот единственное, у меня самый большой был перерыв, это вот пандемия, когда я бросила тренера где-то в середине 2020 года и возобновила тренировки в конце 2021 года. Просто в силу того, что ну, я искренне заебалась тренироваться. Ну, то есть я тренируюсь всю свою жизнь. Мой организм не воспринимает просто хайк, он не воспринимает просто кардио, он не воспринимает просто тренировку. Ему, в принципе, буква Ю похую. Ну, как бы для него это обычный вторник. И... для меня вот эти тренировки, это было просто, потому что я почувствовала, что у меня болит спина, что я сама себе не рада, что я не могу себя замотивировать ходить, потому что, я говорю, у меня разряд по легкой атлетике, я много занималась, я выигрывала эти соревнования. Ну, то есть это просто мой образ жизни. И я решила вернуть себе эту рутину просто за счет того, что меня на самом деле Юра просто мотивирует приходить. Хотя бы, да, то есть я не пропускаю занятия, Юра вообще говорит, что я мощь, потому что, ну, пиздец, самый дисциплинированный человек на земле, вот, но это просто в силу того, что, опять же, мое спортивное прошлое, и я, ну, могу выдерживать достаточно большие нагрузки, несмотря на свой вес. Я, например, пришла на полдэнс и заебенила там какие-то кренделя, ну, в силу, опять же, физического тела, и девушка смотрит на меня и такая, типа... Ничего себе, потому что, опять же, я привыкла к этому стереотипу, что когда, ну, ты полненькая, от тебя не ожидают, ну, каких-то вещей. То есть даже, ну, опять же, я здесь тренируюсь сейчас в основном с русскими, но когда в Америке я это делала, такого не было, кстати. Я ходила здесь в цирковую школу на полотно и на трапецию, и там, ну, как бы, там были покрупнее меня люди, то есть, и, в принципе, не было такого. Таких каких-то косых хромых взглядов и так далее. А здесь прям я очень это ощущала. Она такая, типа, смотрит на меня, такая, мне так нравится, что ты еще такая без комплексов. Я такая думаю, Маша, нам у нас есть цель, мы идем к ней спокойно. Вот, но опять же, я говорю, этот стереотип, с которым я в том числе сталкиваюсь, я не могу сказать, что как бы
не могу сказать, что он меня задевает, но не могу сказать, что он меня не задевает тоже, да, то есть у меня наоборот просыпается такой соревнованческий дух, я такой, я, блядь, вам еще, я свои жиры нахуй так тут раскручу на этом пилоне, блядь, будете меня ловить потом по всему Лос-Анджелесу, то есть для меня, вот наоборот, знаете, такой элемент соревновательный имеет. У меня была такая ситуация в школе, я прогуливала уроки, но, опять же, я висела на доске почета, выступала на сборах, и, типа, я была, блядь, неприкосновенная. И какая-то девочка... и как-то раз что-то я не очень хорошо себя чувствовала, и у меня вечером тренировка, и я просто попросила физрука, типа, можно я сегодня не буду, типа, днем тренироваться, ну, как бы не буду на двух уроках физкультуры, я все один хуй вечером к вам приду, он бегать кроссы, как бы мне что-то не очень хорошо. И, ну, она говорит, да, иди, конечно, отдыхай, как бы мой тренер, она же у нас преподавала физкультуру. Она говорит, да, конечно, иди отдыхай. И какая-то девочка, короче, залупилась, рассказала своей маме, и эта мама потом на родительском собрании отчитывала, блядь, мою маму, то, что Маша, типа, подает плохой пример тем, что она прогуливает, и прогуливает еще и в открытую. И я помню, моя мама пришла тоже вся там, знаете, в драме. О, боже мой, ты, как ты? И я такая, типа, ну все, Тоби пизда, я нашла эту девочку, ее, значит, подруг на следующей физкультуре. Я сказала, вот ты, вот, блядь, ты сейчас встаешь, и ты нахуй бежишь со мной. И, блядь, только ты, тварь, попробуй отстать от меня. И при этом она была, была маленькая, худенькая, все как мы любим, знаете. Ну, она, естественно, конечно, она сдулась. Ну, то есть я хорошо бегала, и, ну, еще у меня злость, блядь, меня толкала. То есть я там, я мне кажется, бежала лучше, чем обычно. Вот. И когда она сдохла, и я прям подошла, и вот так вот, знаете, как лоб в лоб, вот это вот школьные разборки, говорю, еще раз, блядь, ты хоть что-то скажешь обо мне, своей мамке, вот это вот включила, значит, гопориха Машка. Вот, и с тех пор, я говорю, у меня такое вот есть, это ощущение какой-то непобедимости в том плане, что когда мне начинают вот это говорить, что типа в смысле, ты какая-то уверенная, как это интересно, что ты можешь такое делать, что ты так, а ты такая сильная, она еще так ходит, такая сильная такая, я говорю, конечно, я, блядь, сильная, слушай, говорю, я тренировалась всю свою жизнь, я сильная, как бы, может быть, я не в лучшей форме физической сейчас, но я достаточно сильный человек. Вот, я такая, ну тебе пизда, как бы, я докажу здесь все и всем, у меня вот это просыпается история. Конечно, на самом деле, если, ну, без шуток и не брать меня, потому что я все-таки живу в Америке, это достаточно толерантная страна, здесь к чужому внешнему виду люди относятся достаточно толерантно, и когда я, безусловно, встречаю такие русские комментарии, мне становится, ну, как бы, вот, типа, вот, такое вот детское эго-состояние, когда мне хочется лоб-лоб встать, пободаться и сказать, сука, ты встаешь сейчас рядом со мной, и мы бежим. Вот, конечно, это не совсем, наверное, правильно, но вот с этой женщиной в том числе я общаюсь, я понимаю, что это ее проекция на меня, и я понимаю то, что очень много девушек и женщин, даже находясь в хорошей форме физической, даже находясь там не с каким-то огромным процентом жира, да, обычные девчонки считают себя жирными, уродливыми, страшными, просто, опять же, в силу того, что таких проекций на них навешивают из телека и из... директа, и вообще, в принципе, ну, как бы общий вайб такой, и это очень грустно, и, ну, я в том числе показываю это вам для того, чтобы, если вы сталкиваетесь с такими ситуациями, не позволяйте другим людям судить за вас и навешивать на вас свои проекции и представления о жизни. Что, главное, чтобы мужу нравилось, главное, ну, типа, да, вы тренируетесь и вы худеете, да, это ваша основная цель. Ну, как бы, объективно нет. Ну, то есть, если к вопросу, если действительно выглядит, что я похудела, это просто в силу того, что я перестала сейчас ужинать. Ужинать я перестала в силу того, что я чувствую, что я просыпаюсь не выспавшись. И мне порекомендовали, что если, ну, можно попробовать такую тему, не есть поздно и попробовать натощак ложиться спать. Сначала было достаточно тяжело, потом я привыкла, и сейчас я действительно чувствую себя бодрее по утрам, это факт. И, ну, безусловно, отсутствие одного из приемов пищи, оно снижает вес. Но, опять же, Юра не даст соврать, я могу, блядь, тренироваться, и если я сохраняю еду, вот, ну, я немного, я не обжираю здесь, как бы, Лос-Анджелес достаточно жарко, я ем там 3 раза в день, я не сбрасываю вес просто в силу того, что любая для меня нагрузка, это типа, ну, нагрузка.
просто отсутствие одного приема пищи. И это, опять же, не потому, что Юра какой-то плохой. Юра всеми руками за, чтобы я там какую-то диету соблюдала. Это в силу, опять же, я принимаю ответственность, у меня нет такой задачи, у меня нет цели, я люблю свое тело, оно меня устраивает, я его уважаю, холю, лелею. Есть какие-то вещи, безусловно, которые мне тяжелее делать, в том числе на полдэнсе, да, то есть понятно, что если я скину вес, мне легче будет себя там поднимать, свои ноги задирать кверху и так далее, там подтягиваться на шесте, возможно, как бы, да, я буду туда идти, в том числе, опять же, в силу того, что это упростит мне занятия, которые мне нравятся, но не потому, что у меня есть такая изначально цель. И для меня очень важно сохранять, опять же, за собой право оценивать себя так, как я хочу, оценивать свои навыки так, как я хочу, и не давать другим людям нарушать мои границы. Если у нас там с учителем по танцам, опять же, будут такие разговоры, ну, как бы я, скорее всего, ей скажу. Пока мы просто, там у нас было два занятия, мы знакомились, это не то, что какие-то ранящие штуки, я понимаю, что, опять же, из-за стереотипов это достаточно шоковая, особенно для русских женщин, шоковая история, вот, но... Как бы меня это не могу сказать, что сильно задевает. Я говорю, наоборот, меня это раззадоривает, что я сейчас нахуй вам подержи мое пиво. Я сейчас, блядь, я тебе тут покажу, кто мамочка. Вот. А, собственно, такая история. Хотела вами поделиться. Сейчас включу комментарии, чтобы вы могли, может быть, поделиться какими-то вашими инсайтами. Да. Вот, теперь можем обсудить эту ситуацию. Мне что-то прям совсем темно стало, сейчас приоткрою окошко. Так вот, почему... что все мое, все родное, знаете. Цель моя похудение, но когда со стороны тебя как мясо начинают обсуждать, это неприятно. Ну, безусловно, я понимаю прекрасно, я про это говорю. Но да, опять же, даже если бы, сука, моя цель была похудение, ты кто?
Ты моя подписчица, чтобы со мной обсуждать. Я в своем блоге не рассказываю ничего. Я показала тренера просто потому, что, ну, это часть моей жизни. 3 раза в неделю мы встречаемся с моим тренером. Я не показываю какие-то невъебенные тренировки, не капаю потом на экран, не рассказываю, мой путь сегодня 5 грамм творога я съела, девочки. Мотивируемся. Не могу понять, когда это пишет, ну, как бы, человеку, который нахуй вообще не про это. Типа, вы серьезно? У меня у худой все время спрашивают, зачем тебе в зал ходить, ты же так худа. Да-да-да. По сути, это скрытая агрессия, ну, возможно, не знаю. Я без мужа и без детей, все, кому не лень, говорят мне, я обязательно найду себе кого-нибудь. Ну, да, оценочные суждения. Это, ну, опять же, перекладывание своей проекции. А когда найдешь, будет совсем кому лень заставить, сколько муж зарабатывает. Да. Мария, подскажите, пожалуйста, как бы вы делали разбор фильмов с точки зрения продавца косметики и парфюмерии? Никак, нахуя это делать? Зачем вы дрочите? Зачем делать то, что вот вам непонятно, как делать? Ну, правда, объективно, девчонки и мальчишки, зачем? Почему вы как эксперты не создаете то, что удобно и комфортно делать вам? Почему вы все время стремитесь, вы знаете, ой, ну вот Лиля сделала разбор, и я тоже сделаю. Мне непонятно, как это делать, я не знаю, как это делать, я не могу это наложить на свою экспертную долю, но я буду это делать, потому что это тренд.
Я вешу 100 килограмм, но снимала не у фотки. Как же меня заебал фотограф. Какая ты молодец, не стесняешься. А ты худеешь, вся фотосессия бесила меня. Это жесть. Это ужасно. Это ужасно, это некомфортно. Это тот фотограф, которому надо было сказать. Знаешь что? Мы закончили. Пока. Со школы я вешу 40 килограмм. Мои родственники вечно меня видят, говорят, как я похудела. Интересно, я накачала пресс в институте, с тех пор живот всегда плоский, не знала, что это навсегда. Ну, он не, как бы, он может быть и не плоский, он просто есть в силу того, что он, ну, вот я говорю, я качаю его, я могу бесконечно делать достаточно сложные упражнения, вот на пилоне я делаю, у меня вообще пресс не болит. То есть мне физически, может быть, в моменте там какой-то уже там сотый повтор, блин, делать сложно, конечно, я устаю, но у меня он вообще, то есть я его... Ешь, может, у тебя глисты, отсутствует столько комплексов. Было бы... Обожаю тебя. Обратила внимание, что мой контент ворует слово в слово мои коллеги в инсте. Кто-то говорит, что это популярность. Ну, кто-то говорит, что это популярность. Классно. Вы популярны, я вас поздравляю. Боже, не по теме, но откуда это Зина? Ну, ёб твою мать, откуда как родное из детства? Я знаю такой мимасик. Слушайте, я коуч, который коучит мимасами. Не забываем. И прогревы делает мимасами вообще, в принципе. Попрошу девчонок нарезать, сохранить эфир, залить в телегу, его экспертную часть. Что еще вам рассказать? Какое ваше мнение на копирование контента? Мне буква Ю похую, особенно если это касается чужого контента. Если мой контент копируют, ну как бы окей. Что я могу с этим сделать, девочки? У меня контент пиздят регулярно. И знаете, а потом его пиздят и говорят... Да кто такая Маша? Мы не знаем Машу, что вы Маша, блядь. Алло, здравствуйте, Мария. Не, мы не знаем. Ну как бы, я живу в этом. Мне норм, мне все равно. Прогревы. Меня бесит. Ну значит, вам надо позвонить вашему психологу, сказать, здравствуйте. У меня такая ситуация, у меня контент ворует. Но многие, вот знаете, что меня поражает, опять же, вот в продюсировании в том числе, я это говорила про, вот, про съем скальпов, то, что люди пытаются, сука, на чужих скриптах стать профессионалами.
Чтобы стать профессионалом, нужен практически, блядь, опыт. И он должен быть разным. Он может быть хороший, он может быть плохой. Он может быть в одном пространстве, то есть, например, вот автовебинар, он может быть у кого-то охуительно зашел и вообще приносит хороший пассивный доход, а у кого-то вообще не зашел и не приносит его. Там, посмотреть, а что по нишам, а что по аудитории, почему такое совпадение, здесь не совпадение. И это не занимает неделю. Это нельзя, блядь, снять с эксперта и дать ему как скрипт, сука. Потому что в реальном времени ты приходишь... Нельзя снять скальп с человека, который работает только с психологами, и дать его как универсал, понимаете? Потому что человек, который его возьмет, может, он вообще с магазином парфюмерии будет работать. Как он это применит? Никак. А из-за того, что человек не может смотреть в 3D-картинки, из-за того, что он не может анализировать самостоятельно, учиться на ошибках, учиться на неошибках, учиться на, вот, когда захайпилось, что-то завирусилось, если он не в состоянии анализировать это, ему эти скрипты жопу только вытирать. И для меня очень важна практическая составляющая в курсах. Я почему так топлю про них, вот, может быть, так эмоционально говорю? Потому что, ну, нельзя научиться кататься на велосипеде по книжкам, по скальпу, блядь, по кальке нельзя. Через сколько, нахуй, вот у тебя конкретно он не отобьется никогда? Вот такой мне хотелось ответ дать. Потому что ты ждешь, когда тебе какая-то Маша, блядь, с экрана скажет, когда ты начнешь зарабатывать. Мой ответ, блядь, никогда. Потому что если ты сейчас уже не зарабатываешь, если ты сейчас нихуя не делаешь, чтобы зарабатывать, ты не заработаешь никогда. Вот конкретно ты с этим ебучим вопросом. Нихуя, конечно, не произойдет, но купить курс, где тебе гарантируют такие вещи, гораздо душе спокойнее. Банки заряжать около телевизора, это не ко мне. Я хочу растить профессионалов, которые будут мне создавать горящую жопу, которые, придя на рынок копирайтинга,
Спикер на английском нет. Я бы спросила у работодателя, как будут оплачиваться больничные. Все такие умные. Видишь, Даш? Она бы спросила. А ты? Не спросила. Ну спроси, алло, гараж, что? Чтупа. У вас есть кумир в копирайтинге? Девочки, должно быть объективно, что единственный кумир нахуй, вот в этом экране, это я. Кумир, идол, бог, икона, блядь, легенда. Бусы я сняла вчера. Отличный рецепт, да? Рекомендую, 5 звезд. В общем, еще раз говорю, вот вы как бы, вот, это было хорошим моим, знаете, коучинговым решением родиться в семье, значит, педагогов, один по музыке, другой по иностранным языкам. И все, и, блядь, как по маслу пошло, знаете, с тех пор не могла оторваться. А какие еще курсы планируете? У меня очень большой пакет курсов сейчас по коммуникации в том числе и по копирайтингу, мне их бы осилить. Заплатить налог, а я думаю, там сумма ебанись. И я прям такая, знаешь, сегодня уже с утра сижу, мы сидим с мужем на завтрак, я такая, ты что такая напряженная? Я говорю, милый, налоги, налоги, надо посмотреть, где бы еще мне подзаработать. Маша, вы лучшая, спасибо. А кто вы? Ну, тут написали ниже, что я лучшая. А на чем вы играете? На нервах. Ну, и на пианино тоже. Спасибки за... Обожаю забирать со школы, он мне рассказывает свои вот эти, знаете, школьные драмы, кто пришел, кто не пришел. У нас сегодня утром было награждение, Софье давали грамоту за то, что она, значит, вот есть в России скорочтение, здесь я не знаю, как это называется, здесь это называется sight words, типа ты должен знать определенный процент слов и уметь читать. И вот она, значит, их прочитала, выполнила вот этот план, и ей сегодня вручали грамоту, ее первое было награждение. Но интересно то, что вывели весь...
у вас задачи? Я не знаю, что, какие курсы, по какому предмету, скажите мне. У вас сегодня, а сейчас какое число? 9 или 9? Заварю чаечку, сяду с пледом на диванчик, чтобы слушать вас еще уютнее. Хорошо. Мария, скажите, я охренела, заявила о себе, типа бабуля 52, без взгляда бабушки, смотрю на тебя с Лили, знаю, что я охуенная. Можно все и похрен, сколько лет. Ну, вы меня так... Вы же понимаете, что это аксиома, которую вы себе уже позволили. Вы просто хотите, что от меня подтверждение получить, но вы же уже сказали это. Вы же уже сами это проговорили. Вам не нужно никакое подтверждение. Понимаете, когда вы ищете подтверждение, это значит, что... Это... Как объяснить? Позиции. То, что если вы ищете подтверждение своим словам где-то еще извне, но они как бы априори ничего не имеют никакого смысла. Поэтому зачем вы это делаете, я не знаю. На меня смотрит конспект Альберт. С Альбертом мы работали. Очень круто по аксиоме. Я уловила инсайт в моменте. Классно. Инсайт глубоко. Не грустите. Как вам мозгобой, не ходите? Нет, уже 3 года не хожу. Так, вопрос такой странный. Спасибо за эфир, спасибо. Всем пока.